Всем привет, друзья. Меня зовут Антон. Это... Ух ты ж, блядь. Хочешь, чтобы я за тобой побегал? Это да? Игрушка Wolfenstein The New Colossus. Пиратская взломанная версия. Приятного просмотра. Сейчас нам надо в тире уничтожить беспилотник. Только его надо сначала найти. И он побежал на нижнюю палубу. Точнее, не побежал, а полетел. Ладненько. Хочешь побегать? Давай за тобой побегаем. Так, куда ты там улетел? Все. Отлично. С это нужно быть осторожнее с опытами. Так, все, возвращаемся обратно. Миссия наша выполнена. Беспилотник мы замаслали. Надо пойти рассказать Сету. В смысле, то есть ты хочешь сказать, что ты тут все время и сидела? Или ты уже просто сюда пришла? Шимша, ты вернулся! Как тебе мой тир? Вообще огонь. А, Ингеле, отлично. Ты у нас молодцом. Герр Бласковиц, ваша леди Аня приходила сюда искать вас. О, точно, точно, да. Аня нашла заметки Кэролайн о ячейке сопротивления в Нью-Йорке. Она сейчас в комнате Кэролайн. Окей. Где комната Кэролайн? Так, пошли тогда на выход и будем как-то смотреть сейчас по карте, ориентироваться. Ага, тю. Уильям. Здесь до сих пор ее запах. Я нашла заметки Кэролайн по ячейке сопротивления в Нью-Йорке. Я знаю их точный адрес. Скажешь про это Фергюсу? Он уже встал на ноги после операции. Я попросила его принести мне нитроглицерин со склада боеприпасов. Но он до сих пор не вернулся. Сходи на склад боеприпасов рядом с тиром. Иначе... Сходи на склад, посмотри туда, пойди туда. Иди его. Ладно, что не сделаешь для своей любимой супруги. Так, только... Так, а где я тут видел... Что-то было АМО у нас. Вроде вывеска была. А, все правильно. Как дальше. Сказать ей, что я скоро отправлюсь к тебе, Кэролайн? Зачем я смотрю? Ты как, Фергюс? Как твоя рука? Прошу, помоги мне. Что это у тебя с лицом? Она хочет убить меня, Бласко, вот что. Представь. Ты мирно спишь. Он что, с ума сошел? А потом вдруг резко просыпаешься от того, что твой протез яростно долбит тебя прямо в глаз. Пришлось отключить. Как же так? А Сет что? Понес что-то про кривую познания и все такое прочее. Что я должен научиться ей доверять? Ой, не знаю. Прикинь, я с ней, если честно, в сортир ходить боюсь. Может, она как бойцовская собака. Дашь слабину, она бросится. Ты это... Покажи ей, кто из вас хозяин. Ну да, да. Ты просто постой здесь и мешайся, если вдруг поймешь, что я вот-вот умру. Вот. Вот так. Давай-ка. Вот умничка. Хорошая, хорошая девочка. А, ты! Вот твоя! Ни хрена себе. Перестань! Успокойся! Все! Хорошая девочка! Хорошая! Хорошая! Хорошая девочка! Ты... Ты там в норме, командир? Все под контролем. Полный порядок. Ладно.
Жду в штабе. Я изучила заметки Кэролайн. Рука сопротивление прячется на верхних этажах стейт-билдинг. Сет, видимо, на такой высоте радиация на терпимом уровне. Да, так точно. Однако просто взять и прилететь туда нельзя. Наши нацистские вертолеты собьют. А можно выйти с ним на связь и сообщить, что прилетим на вертолетах? Я искала способ связаться с ними в записях Кэролайн, но не нашла. Проклятье. Значит, дойдем туда пешком и поднимемся. Познакомимся сразу лично, как положено. Пешком? Там ведь весь город загрязнен радиацией после взрыва нацистской атомной бомбы. Без защитной одежды мы получим там смертельную дозу. Да, да, Аня, да, но вот эта броня, она защищает от любого излучения. О, справишься, Бласко? Или ты нынче совсем ни на что не годен? Хоть посмотрю большое яблоко. Лады. Бомбата, высадишь его? Не вопрос, подполковник. Могу я вам помочь? Я не знаю. А чем? 5 градусов. По левому борту, он прямо по курсу. Так точно. Статуя свободы. Эй, здоровяк! Смотри, не попадись там крокодилом. Крокодилом? Разве нью-йоркская канализация не кишит крокодилами? Не знаю, я из Техаса. Ох ты, чё. Господи боже. Ух ты ж, ё. Ух ты ж, ё-ё-ё-ё-ё. Вот тебе и последствия. Радиация. Женщины, дети. Крики уже стихли. Но я все равно слышу. Жутко-жутко. Метро напоминает чем-то. На, это указатель даже такой. Есть? Отличненько. Я надеюсь, меня никто не услышал. А, блядь, еще одна. Похоже, надо что-нибудь расплавить. Сделать проход. Шлёп. Унт, все готово. Так, ну я думаю, теперь точно уже все правильно. Эй, Бласко! Вау. Надо пробраться через разрушенный город к State Building. Чем скорее, тем лучше. Конец связи. Даже ноги видны. Пана. Два офицера прямо по курсу. Сюда, стой, стой, стой. Ку-ку. Ку-ку, мой мальчик. Чё, блядь? А, сука, идите в жопу. Кричала б тебя, тупое ты создание, блядь, немецкое. Сейчас будет весело.
Давай, 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 собираем, собираем. А, это был первый офицер. Помирай. Так. Куда мне дальше? Прикажете двигаться? Что это значит? Теперь ты попался? Ни хрена я не попался теперь. Где этот песосник? Тик. Гуд, Вальдемар. Это ты смотри, а. Вот эта сука. Ты смотри, а. Немчуры, сколько тут. Окей, поперли дальше. Ох ты ж, блядь, тут эти дроны, сука, разведывательные. Бабах. Пошли наверх. Будем искать братков.
Ты откуда, блядь? Вот они придумали, сука, с этими дронами ебучими, а? Взрывайся уже. Нахер вы такие живучие, пацаны? Все, минус. Отлично. Отличненько. Так, вот я бегал. Твою мать, блядь. Я тебе. Твою мать, блядь. Восстанавливайся, ХП. Фух, снял.
Нет, пулемет мне нахер не надо. Чё? Ого, ты что за хер? Прикольно. Танки какие-то или БТР, или БМП, что это вообще такое? Стоит билдинг, идти далеко. Кэролайн, поможешь пройти этот путь? Сторожевые псы были. Прикольно. Так, а мне куда? Уолл-стрит обрушена. Тут тоже. Карту. Ну, я как и думал, скорее всего, наверное, через вагон, но через вагон получилось нет. А, что показалось, что кто-то стоит. Может, через этот вагон? Да. Не ори. Ты ничего не мог слышать. Да блядь. Угу. Так, наверное, мне туда. Или нет? Карта. Карта поможет нам. Так. Прямо. Ох, нихуя себе, крокодил. Это как-то... Надо было слушать Бомбату. Я аж сиранул прям. Так, ну туда и не пробраться. Возвращаться и идти. Вагон метро. Получается так. Да, туда, все верно. Или не все верно. Лестница. Как мне пробраться на ту лестницу, мать ваша? Эта хрень даже ее не режет никак.
сюда никак не пройдешь. Сюда никак тоже не пойдешь. Найти выход. На. Ой, дебил, господи, пошел там, обшарил, а надо было просто дальше пройти. Бывает, реально бывает. Посмотрим, можно ли запустить этот старый состав. Ах, я тебе. Сука. Есть. Окей, минус. Хорошо, подзарядка. Ку-ку. Дорогая, я дома. Так. Отлично. Надо бы улучшить свое. Так, нажмите O, чтобы улучшить. Пистолет, штурмгевер, пулемет. Ручная граната. Так, и что я могу улучшить? Гвоздомет. Барабанный магазин. Давай встроенный глушитель сделаем, а чего нет? Снайперский прицел. А, оружие. Нету. Ого. Поезд подключен. Найду управление и попробую сдвинуться. Какой поезд подключен? Ага, этот. Твою мать. Ого. А то пацана разрушило. Тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык. Где это залупа?
Есть. Теперь. Люди в метро прятались и жили. Да, ничего себе. Забудь про боль. Ты вот еще жив. Empire State Building. Так что шагай. Уильям, ты меня слышишь? Если ты на 5-й авеню, State Building уже почти рядом. Пошел в жопу. Метров надо мной находится офицер. Попробовать по стелсу его гэпнуть, чё ли? Все понятно. По стелсу нихера не получилось, как обычно. Да, хрен тебе. Так, я не понял, он что, надо мной где-то? Да, походу надо мной. Так, все. Минус. Пошли в анал. От родных из Нью-Йорка. Хотела туда поехать. Только я и ты.
Привет, Громила. Проверишь старика на прочность? Да хуй тебе. Ничего себе. Громила. Ага, то есть тут только так и так, по-другому никак, да? Или есть как по-другому? Лестницу, что угодно. На верхних этажах должен быть терпимый уровень радиации. Твой голос, Аня. Вечное блаженство. Давай, блядь. Здоровяком воевать не пришлось, это хорошо. Ох, ни хера себе. Какого хера пришел, беложопый? Спокойно. Во-первых, давайте проясним. Я не нацист. Ты что сказал? Ты нацист? Нет, 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 я не нацист. Не нацист, ясно? Если ты не беложопая фашистская свинья, значит ты цветной или девиант. Ты явно не цветной, значит под девианта косишь. Похож он на девианта, сестра Грейс? Тихо, тихо. Да, я не девиант, но я... Я так и думал, сраный нацист! Все достали. Ах ты, сука! Еще раз повторяю. Я твою мать не нацист. Эй! А ну, поставь суперчудилу на место, иначе я засуну тебе эту гранату в жопу. Так глубоко, что успею сплясать джигу, пока твои гребаные кишки будут медленно сползать с потолка. Сечешь? Леди, я сыт по горло этой херней. Мы пытались выйти на контакт с вашей группой. Мы хотим устроить революцию в Америке. Мы? Круг Райзал. Чудила, проводи этого сукиного сына в дом и накорми горячим обедом. Сейчас ставлю чеку. Черт! Ёб твою медь.
Ща как ебанет. Ложись! Бабах. Ослабься. Это муляж. О, у этой сучки черный юмор. Чувак, так и будешь на мне лежать. О, чили тебе подойдет? Папин рецепт. У нас, правда, нет ложек. О, спасибо. А сетка из курятника вам тут зачем? Из курятника? Это моя клетка Фарадея. Сечешь? Чтобы нацисты и пришельцы не смогли найти нас. Меня чуть не убил Уильям, мать его, бласковец. Черт! Не против? Ты что, была при взрыве? Угу, была. Я выжила и почти не пострадала, потому что была под землей. Вышла, а там реальный ад по Данте. Понимаешь, о чем я? Я помню искалеченных людей, блуждавших в дыму. Помню эхо криков на разбомбленных улицах, как вой призраков. Я помню мать с сыном. Мальчик вслепую шарахался в этом хаосе с вытянутыми руками. И, конечно, звал маму. Но тепловая волна от бомбы расплавила кожу на его руках. И она сползала, как рубашка, которая сильно велика. Тут я увидела его мать. Она пыталась к нему ползти. А у самой уже ниже пояса ничего нет. Просто нет. Вот о чем думать в такой момент? Понимаешь, что теряешь самое дорогое. О чем бы ты подумал в такой момент, а? У тебя... Черт. Теперь след останется. Они просто звери. Не звери. Люди. Я тебе соболезную, мистер Бласковец. Я мало с Каролайн общалась, но она была крутой теткой. С остальными яйцами. Яйцами. Вот почему, как зайдет речь о чьей-то крутизне, люди сразу вспоминают про яйца. Они же маленькие и хрупкие. Висят себе там обернутые теплым нежным слоем сморщенной кожицы. Слоем сморщенной кожицы. Фу. Да уж, загадка. Да, зато они производят очень чудесный нектар. Да, у меня у самого скоро будет двойня. Милый мальчик. Девочка. О, прости. Да что тут такого? Ты что чудила? Враги, их много, уже на лестнице. Целая армия. Суки, нашли нас. Давай пока мне. Ну что, есть план спасения, мистер Бласковец? Аня, нам срочно нужна эвакуация. Поняла, все, Уильям. Все отправляю ХАС-1 и ХАС-2 для срочной эвакуации. Ясно. Веди всех своих на крышу. Я задержу нацистов. Братья и сестры, слушайте! Скорее поднимайтесь на крышу. Мы эвакуируемся. Берите все, что сможете унести. Давайте, бегом! Вперед, вперед! Собирайтесь! Справишься? Сделай так, чтобы люди спаслись. Конечно, справлюсь. Мне не впервой. Ну что, идите сюда. Беложопые фашистские свиньи.
Фу, блядь, ты откуда тут, сука, взялся? Мы забрали. Прыгай, Бласка. Кто у нас крошка Дзета? Ты у нас Дзета, Эми. Да, это ты. Такой крохотный Грей. Крохотный Грей. Надо все изменить, Грейс. Вернуть американскому народу боевой дух. Начать революцию. Черт! Мы деремся каждый гребаный день, Бласковец. Но Белая Америка плюнула на все и сдалась. Я так думаю, они устали сражаться. Нет, теперь они делают все, что прикажет долбанный фюрер. Ерунда. Они хотят выгнать нацистов, как и мы с тобой. Нужно лишь подать им пример. Знаешь, кто стал главным на юге, когда пришли нацисты? Ку-клукс, мать его, клан! Я права? Точно. И что ты будешь делать? Пойдешь туда с ними ручкаться, наводить мосты с кланом, убеждать их сражаться за нас? Думай башкой, а не жопой, Бласковец! Плевать на предателей. Есть же простой народ. У меня силы на исходе. Я не знаю, сколько мне еще жить. Я даже встать без помощи уже не могу. Бывает хуже. Может, ты и права. Может, американцы правда приспособились к тирании. И когда я откину копыта, власть так и останется у нацистов. Грейс всегда права, брат. Я это по себе знаю. Не знаю. Но знаю вот что. Кто хочет отнять у нас свободу, играет с огнем. И я хочу подлить в это пламя бензина. Люди должны понять, что хватит уже терпеть. И я очень хочу им в этом помочь. Пока еще жив. Вот теперь ты говоришь дело, Бласковец! Хочешь, чтобы нацисты обосрались? Ударить их так, чтобы все видели! Хочешь устроить настоящий кавардак? Тогда ты пришел по адресу. Если у тебя еще остались силы, чтобы мочить нацистов, знаешь что? У меня есть план, который всколыхнет всю страну! О, черт! Значит, что я вернусь домой в Розу? Стопудов! А на это что скажешь, Медрик? А вот теперь ты точно попался, мой маленький голем. Максус? Не знаю, Максули. Так, это здесь вы принимаете решение? Нам нужно место для ночевки. Здесь вроде пусто. Суперчудила! Эй, белокожий! Моим людям нужен новый дом. С розетками, радиорубкой и тубзиком. Понял? Пожалуйста. Чего? Пожалуйста. Когда просят, говорят пожалуйста. И нихера я не англичанин. Так, ты хочешь посраться, мудила, или делом займешься? Меня и так устроит. Ох, извини. Она меня не слушается. Рад помочь. Ну что, босс? Дрыхнуть будем тут. Держи, сестренка. Итак, слушайте, братья и сестры. Этот
обидчивый англичанин, покажет вам, где будем работать. Потом пусть каждый найдет себе койку. Познакомьтесь с народом. Никого не обижать, но и обид не прощать. Охереть. Слышали, леди? Все за мной. У вас есть ракеты? Да, есть. Внизу, в отсеке F, находится склад ядерных боеголовок. Нам понадобится одна из них. Но мы опечатали вход в отсек F. После атаки его затопило. Ласковец, ты плавать умеешь? Ну а чё, неплохо. А что это